Давай. Всем привет, ребятушечки. Меня зовут Устина. Вы на канале Устин ТВ. А мы с Устином приехали в город Барановичи. Вернее, это деревня Деково называется. Да. И посетим сейчас и покормим различных животных. Да. Мы в агроусадьбе на Тюрлих. Да, я фотоаппарат. Погнали? Да, погнали. Мам, пойдем. Я кое-кого нашла. Первый, кого мы встретили с Устином. Кот, как его назовем, Устин? Как назовем его? Как его назвать? Кот-баловник? Хвостатый. Хвостатый. Тут вообще снимать можно? Можно тигра? Угу. Угу. Только он какой-то тут страшный. Ты его там пофоткай. Косруки, не, Устин, страшно. Ты че упал? Подержи. Папа. Один. Один подержи. Какой вкуснее? Он не выберет, наверное. Пап, ну подноси к нему. То он клюнет нас. Ярко алтайская. Ой, мама дорогая. Красотки. Ты кушаешь, дружок у нас? Чем тебя кормить? Яблоко, может, будет, как думаешь, Устин? Вот он. И в домик спрятался. Мотик. А он и голубь сверху сидит. Сейчас я бананчик достану. Сейчас. Не хочет. Бросай это туда. Вот у нас такая сова. Ручки.
Да, его надо тоже держать. Ой! Капризы. Как зайчик. На кролика похож. Осторожно, осторожно. Я вот такого большого не делала. Хвостиком. Так, смотрите, как я держу. Обнимайте обязательно попу, и задняя лапа вы держите обязательно. А ручкой вот этой обнимаете? Лисичка. Вот процесс лисой. Дим. Малыш, собачка охранная. Смотри, начнут гавкать, испугают. Ой. Кто следующий? Все. Классно. Хочешь гладить? Хочешь гладить? Ты что, хлебец? Стоит, я его кормлю, можно там он сбоку аккуратно? Иди погладь. А что? Можно его? Ух ты! Кто ты, покормись, хочешь? На, держи. Держи, держи, давай покорм. Давайте за ручку. А можно мне? Ой, все, стой. Покормить, ну все, покормить, покормить, покормить. Держи у стены еще морковку. Камчатка. И что? Сюда. Сюда. Мясо. Там же мышь. Мясо. Что там? Ну иди сюда. Страшно. Что, не голодная, что ли? Хм? Вот это вот лиса. Только что мы очень много людей прошло через него, поэтому он немножко отдохнет, но 20 точно. Это Мартин, да? Да, это Мартин. Летом, дело даже не в том, что они худые. Есть, смотри, Устин. Они прям совсем линяют, естественно, нет прослойки зимней жировой. Они меньше кушают, меньше жара. Да, сейчас на зиму, во-первых, прослойка жировая, они тоже становятся сами по себе. Плюс шерсть зимняя хорошая. Можно фоткаться с ней, да? Да, да, да. Минус 20, да. Вы погуляете пока. Немножко отдохнет, пописит, покатает. Алиса! Алиса, да. Надо же фотографировать. Надо собачьи аккуратно. Иди сюда. Нет, вот другой. Тут на крышу полез. Или этот. Лисица. Что ты там да лазишь? Да ты кот вообще. Так. Так. Кот. А ну-ка дай. Это вот тебе, лиска. Ой. Ну, бери. Иди отсюда, котяра. Глянь, какой деловой. Смотри на него. Лиса. Тут кот мясо хочет своровать. Сейчас тебе лиса съест, кот. Ах, иди сюда. Кстати, такая сказка есть. Кот и лиса. Угу. Еще
Кабачки тебе такое нельзя. Прячет, смотри, Устин. Мясо, видишь, Устин? Ага. Смешно. А зачем? Ну, чтобы потом съесть, наверное. Где он? На землю. Где он? Она его прячет. Запаха даже не осталось. Чтобы Таня услышала. Так съела бы. Акуалку, папа. А? Акуалку. Ну, он-то сунет. Он-то ну, через интересно. Силу еще пытается есть, но... Так, вы... А ей завидно. Все? Уже? А ей завидно, все равно. Вау. Странно. То есть вы погладились и начали есть? Вот. Не, мясо розе еще. Забывайте. Они это чувствуют мясо. Например, печень, сердечки, они есть и будут. Они на ней просто качаться начинают. Ну, потому что в дикой природе видели, что печень ел волк? Нет. Редко. Они кишки всегда оставляют, они выедают мясо. Сначала филе, филейные части, потом кому. Все. Ого. На. Подожди, снимай. Вот есть. Папа, дай его. Подойди погладь. Погладь, Устюш. Так он боится. Теперь он будет... Атакует его, да? Черный хлеб любят, смотри, все. Вот мы дикобраз. А, конечно. Я видел. Угу. Ты беременна, да? Вы так удобно стоите, там уже его засада заодно. Когда подкрадывается, то он идет вот так и за ногами прячется. А вот тут касается за дерево, потому что оно же в листиках летом было. Маленький, да, сейчас поворачивай. А ну-ка дай. Раз, и вазон просто вот так вот со стола слетает. То есть он забыл, что он такой сильный, и он не осознает. Ребят, тут только сворот. Вы можете подойти погладить.
компания Смайла так набирается, а лето обратно в день. Подходи, не бойся. Сейчас я посмотрю. Мешайся, хостится. Мешайся, хостится. У меня уже было такое. Что ты такой? Что ты? Лапы у него такие большие. Да, зачем? Что ж, присядь. Лазить по деревьям. Еще вариант. Вот у нас павлин. Он еще хвост не распускал. Распушили хвост, павлин. Хотелось бы, чтобы он хвост. Да, да. Пойдешь ее гладить? Прости на меня, смотри. Хорек Фредка. Такой. С носиком. Ладно, сейчас прыжка. Зевает. Спать. Сидит, села, охлаждается. Жаль, не успел. Ну, вообще, если получается, здесь самый большой, это самец. Если поменьше, это самка, которая выросла в вольере на улице. А самка, получается, это самка, которая выросла на улице. Это тигр. Ух ты! Ванны представляет. Мячик. Тигр. Ваня, ты смотри. Если вода брызгает, это не сильно. Будешь мокрая вся. Ну, давай. Шакира, давай, давай. Шакира. Шакира, ты... Посади мне сюда. Нет, сюда нельзя. Вот здесь на красный, значит, нельзя подходить. Сильно. Уже не поймала. Ай, молодец. Не ступить. Так, тигр купается в ванной и мячик тоже. О! Сказка тени. К сосиске, да? Жень, ты что, и кать начал? Подумайте. Ну что, сосисочка? Боже, какие классные! Да. А, видишь, что он в дикой природе не живет. Вы раз приехали сюда, преодолели эти километры, то, ну, приехали же на отдых, собственно. Даже вообще не в курсе. Боюсь. Скажи, нельзя котика набирать. Бери котика на руки. Бери. Вот так. Забирай и уноси, чтобы он забирал. И на этом мое видео подошло к концу. А кому понравилось, ставьте лайк. Забудьте подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока. Всем пока-пока.